На 3 часа фойе Ленинского мемориала преобразилось. Стены и колонны украсили яркими гирляндами, звучала музыка. И грянул бал, традиционный, губернаторский. Сам глава региона по традиции поприветствовал участников и поздравил их с наступающими праздниками. Новогодний губернаторский государственный бал – это еще и подведение итогов года уходящего. Это возможность собраться вместе с самым талантливым. А вы все являетесь гордостью нашего региона. Самым активным, потому что с вас имеет честь брать пример огромное количество не только молодых, но и более взрослых людей. Это встреча успешных и инициативных людей, щедрых и верных друзей, которые искренне радуются своим достижениям, чужим достижениям, да и, конечно, делают все, чтобы о наших победах знал весь мир. На этот раз тематикой бала стал уходящий год российского кино. За основу организаторы взяли всем известный советский фильм «Карнавальная ночь». Действовал дресс-код. Для девушек – длинные вечерние платья, для мужчин – строгий костюм, фрак или смокинг. На него пригласили 700 самых активных молодых людей Ульяновска и области. Наш выбор пал на замечательный фильм «Карнавальная ночь». Его идея также, да, там также наши герои готовятся к новогоднему мероприятию. У них есть замечательный сценарий, и потом происходит некое действие. Вот у нас то же самое, у нас очень много есть изюминок в сценарии, у нас есть замечательные актеры, у нас есть даже прототипы героев кинофильма. Чтобы на балу не ударить в грязь лицом, участники целую неделю ходили на вечерние репетиции, где осваивали азы танца. Сегодня будет несколько видов вальсов. Фигурный вальс, новогодний вальс, потом будет подыграс, паде-патинер, а также несколько видов полек. То есть они разные по настроению, разные по ведению, разные по ритмике. Каждый может найти что-то свое. Губернаторский бал также стал площадкой для вручения сертификатов на получение губернаторской стипендии имени Владимира Александровича Клауса и дипломов победителей конкурса молодежных проектов. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.